Всем огромный-огромный привет! Хочу показать свои покупки в магазине Fix Price в апреле месяце. Сразу уже поставила вот такой замечательный поднос. Когда увидела, просто влюбилась. Очень красивый дизайн. Там было три вида. Вот один с цветами-бабочками, второй чисто кухонный. Там стаканы с соками стояли, по-моему, яблочки, скатерть, вот что-то такое. И третий сплошные цветы. Голубые полевые цветы, забыла, как они называются. Интересен поднос тем, что у него есть ручки. Он вот такой пластик плотный, просто так не погнешь. Единственное, что вот немножко как-то вот не очень аккуратно вот это вот оформлены сами прорези. Но я думаю, это не критично, это не страшно. Красивенный дизайн, очень-очень красивый просто. Мне кажется, на любом столе будет являться украшением. Мне есть куда его поставить. Я давно искала себе симпатичный подносик, но чтобы он был такой достаточно плотный. Ну вот нашла и счастлива, довольная. Давайте я, раз начала с подноса, я покажу контейнеры, которые я в этом месяце решила себе купить. Взяла очередной вот такой очень удобный контейнер. В сеточку, он в клеточку. Размер у него 31 сантиметр на... Так, вот так нам даже удобнее. 31 на 24 и на 14,5. Очень удобный и для хранения хорошо, и для каких-то нужд хозяйственных. Ну, для меня, например, это очень удобный вариант. Также в нашем Fix Price привезли вот такие красивые тоже контейнеры. Очень большие. По объему. Сейчас посмотрим, какой у него размер. Так, не знаю, видно, нет. Вот у меня тут второй в руках. Что-то я вот размер-то не увидела. Ну, достаточно большой он. Вот моя рука, как две руки прям, ну, объемные, хорошие. Вот. Представляете, какой большой. Красивый дизайн. Сеточкой такой. Мне кажется, и в ванну можно поставить. Очень много флаконов, бутылочек сюда войдет. И на туалетном столике, если поставить, весь свой уход можно убрать. Было три цвета. Я взяла вот такой красивый голубой. Да, и розовый, но был еще белый цвет. Вот такие симпатичные, прямо вот очень понравились. Также вот такие были контейнеры. Совсем они маленькие, но три штуки. Размер тоже что-то я по-быстрому не вижу, но эти уже маленькие. Вот моя ладошка. Но чем они хороши, они достаточно глубокие. Их в комплекте шло три штуки, прямо они скреплены между собой. Очень удобно также для хранения, кто о чем, да? А бьюти-запасник о своих запасах, куда бы это все дело спрятать. Вот такие вот три, очень симпатичные, мне понравились, я буду ими пользоваться. Они мне были нужны. То есть я шла с целью посмотреть контейнеры себе. Ну, в общем, нашла. И последний контейнер, который я взяла уже для рукоделия своего. Вот такой симпатичный. Это жестяная коробочка. Ее многие уже показали. Она идет скреплена. Вот. В общем, крышка не открывается. Она идет вот с таким креплением. Симпатичный дизайн. Мне некуда класть краски акриловые. Я буду складывать в нее 16,5, 11,5 и 4 сантиметра. Вот такой симпатичный уже контейнер. Понравился. Я думаю, наверное, я сейчас быстренько покажу еще продуктовые покупки. И уже дальше интересненькое. Из не очень интересного, это снова были макаронные изделия Pasta Collection. 400 грамм. Они идут 25 рублей. Один вот такой пакет. Хорошие макароны. Я взяла две пачки на 50 рублей. Ну и также мой любимый чай Лисма. 25 пакетов, 25 рублей, одна пачка. Тоже я взяла
две пачечки. Но не буду все это показывать, сразу в сторонку. Из вкусненького взяла набор Choco Pie. Они вкусные, они интересные. Тут 6 штук в наборе. Каждая пироженка, да, в отдельной идет упаковочке. Максимка любит их. Правда, он ест одну в день только. Нормированно. Но ничего, главное, они есть. Дальше. Еще взяла вот для меня новинка. Не знаю, кто-нибудь показывал или нет. Вот курская птичка конфеты. Тут написано, что это суфлейные глазированные конфетки с ванильным вкусом. Давайте их откроем, посмотрим. Я, если честно, даже не открывала еще. Так, они тут... Сейчас, наверное, порву. Давайте я спецэффекты уж не буду вам показывать. Раздеру сторонки, пока никто не видит. Все. Открыла. Вот столько конфеток. Они такие прям, ну, совсем воздушные, симпатичные. Действительно чувствуется, что это суфле. Легенькие очень. Красивое название, красивый дизайн. Вот прямо мимо трудно было коробочки пройти. И привлекательное то, что коробка большая. А по граммам-то тут, по-моему, 190 я разглядела грамм. Так, да, вот, 190. Ну, будем пробовать. Я люблю суфле, они не такие, как мне кажется, калорийные, более безвредные. Ну, в общем, вот так. Дальше давайте пару вещей покажу для хозяйственных нужд. Хотела взять Доместос, мне уж больно полюбился пол-литровый Доместос, но его не было. И поэтому я взяла вот такой гель для туалета с ароматом яблока. Был еще аромат лимона и был еще тоже стерил, гель универсальный. Там уже и раковину можно было, и туалет. Но тут тоже все равно пишется для чистки раковин, не знаю, видно или нет, ванн и сантехники. То есть можно, он также идет, по сути, универсальный. Можно мыть не только унитазы. Не знаю, что за гель, как он будет. Но тут литр. Ну, попробуем, посмотрим. Так, давайте я так совсем в сторонку. Не буду уже перед конфетами все это ставить. Так, из хозяйственного еще взяла вот такие две пачки салфеток. Гипоаллергенные они идут, детские. Kids написано. Это Максимке в школьную сумку и на стол. У него всегда под рукой должны быть салфеточки, но я так слежу, чтобы были. Чтобы и в школе, и вокруг него. Ну и также моя любимая тряпка. Хотя я купила и швабру, но бывают моменты, когда надо пол протереть тряпкой. Вот такая тряпка для пола. Это моя любимая тряпка. Я их выкидываю и снова покупаю в фикс-прайсе. Она хорошо впитывает. Если быстро где-то что-то подтереть, насухо можно затирать. Очень хорошо ей. То есть эти тряпки классные. Вот, вот такая вот. Тоже уберу ее. Спрячу в сторонку. А, вот еще из продуктов не показала. Взяла вот такую сайру. Натуральную. Так-то вроде... Ой, простите, и стол потрясла. Вроде булькает, ну попробуем. 50 рублей, нормальная цена в магазине. Тоже самый дешевый, можно за 50, конечно, найти. Особенно по скидкам. Ну вот, встретилась глазами я с ней. Ну, думаю, пусть будет. И взяла. Вот, давайте сайру тоже сюда. В корзиночку. Из интересненького. Кто помнит, я покупала... Для Максимки лапочку серию Утя-Утя детский гель-шампунь. Также я брала детское крем-мыло Пингви, тоже лапочка. Ну и сегодня встретила я вот такого цып-цыпа. Тоже лапочка, это детское нежное средство для купания. Но не смогла я пройти мимо цып-цыпы, но посмотрите, как они втроем красиво смотрятся. Прям вот увидела бы еще 2-3 и взяла бы. Хотя Максимке на данный момент уже ничего не надо. Но я подумала, что можно как жидкое мыло, в конце концов, использовать. И такие позитивные флакончики будут, если стоять на раковине, это будет очень-очень приятно. Ну или даже то же самое жидкое мыло детское, например. Поставлю для красоты всех троих, пусть радуют нас.
Также что-то увидела цену 3,30, синие ручки. Как не взяла вообще все в магазине. Но взяла только 5 штук. Ручки пишут неплохо. Ну, цена 3,30, согласитесь, это настолько смешная. Там прям в магазине на ценнике. Все расписывались на ценнике. Я решила, что я тоже должна расписаться. Проверила, ручки пишут хорошо. Вот. А вообще у Максимки, я не знаю, куда деваются, ручки у него остаются. У него пропадают карандаши. У нас карандаши просто волшебные, они пропадают постоянно, сколько ни купи. Ну вот увидела я с таким симпатичным дизайном. Взяла удобный формат. Удобная форма, пишут, мягкое письмо. Единственное, что я не очень им доверилась и сходила еще в магазин канцелярию и купила подороже карандашики, которые так более мягко пишут и которыми красивее подчеркивать. Ну вот на случай, когда теряется последний, ничего нет, будет всегда под рукой вот такая пачечка, будем пользоваться ими. Вот. Ну а потом на 1 сентября частично уже получается мы готовы. Это из серии «Готовь сани», да, летом. Вот мы летом и готовим сентябрьские уже там покупки. Ну и последнее, тоже Максимкина. Увидела вот такие вот позитивные альбомы. Набор для рисования, блокнот 60 листов, плюс цветные карандаши 4 штучки. Ну, карандаши, конечно, смешные, их тут, конечно же, мало. Но вот очень удобный формат вот этого блокнота, альбома. Красивый дизайн. Меня очень впечатлил. Давайте откроем, посмотрим. Потому что действительно очень привлекательно, мне показалось. Расцветки были абсолютно разные. Там и для девочек тематические так картинки смотрелись. И вот для мальчиков. Ну, я выбрала такую позитивную. Листы вот белоснежные, альбомные такие. Единственное, что не стандартный альбом, не А4, а вот такие, как А4, если сделать квадратом, кусок отрезать от А4. Вот такие. Ну, мне показалось, что это вполне симпатично и интересно. Вот такая прелесть. Так, вот сюда мы спрячем. Что-то у меня в последнее время тенденция что-то забывать показывать. Я уже оглядываюсь вокруг себя, что я вдруг забыла. Ну вот и все. Вот такой интересный был налет. Мне показалось, что действительно все такое цветное, красочное, яркое, позитивное. С огромным удовольствием я посетила Fix Price. Что-то я по нему соскучилась, давно не была. И получила огромное наслаждение от того, что я в нем тут выбирала. Расплатилась я частично картой. Я не знаю, говорят, 5% всего падает на карту. У меня почему-то почти 10 падает. Или даже 10. Я так поняла, что в зависимости, на какую сумму идет закупка. И благодаря вот 10% это получается выгодно. Многие средства получаются по 45 рублей. Плюс карточка я сегодня расплатилась, и это оказалось еще дешевле и выгодней. И последнее, что я хотела сказать. Fix Price у нас, например, завезли солнцезащитные очки. Цена на них 77 рублей. Не знаю, из каких это соображений. Но вот очки, большой стенд с зеркалом. Весь забит был очками. Мы в него, наверное, сходим с Максимкой. Я хочу Максимке выбрать очки. Он у меня очень любит. На меня не придумали очков. У меня такая форма лица, что очки мне не идут. А вот с Максимкой сходим, по 77 рублей купить можно, посмотрим. Действительно, там очень много и выбор большой. И еще из интересненького были, правда, вот такие вот крошечные зубные пасты «Президент». Тоже по 50 рублей. Они прям вот около кассы. И у нас почему-то их положили, где косметика. Вот. То есть это тоже интересно. В аптеке я была в два раза больше формата. Зубная паста «Президент» стоила 125 рублей. Ну, а там вот в два раза меньше 50. Ну, выгодно нет, смотрите сами. Ну, вот была. Решила сказать. Все, наболталась я. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Всем пока.